За 3 дня в Чувашии зарегистрированы 3 происшествия на воде. К счастью, обошлось без жертв. 12 июня в районе пляжа «Буревестник» при катании на виндсерфинге житель Чебоксара не справился с сильным ветром. Его вынесло на фарватер. К счастью, спасатели подоспели вовремя. 13 июня в службу спасения обратились очевидцы происшествия на Афанасьевском пляже Чебоксар. Горожане сообщили, что мужчина, находящийся в лодке, не подает признаков жизни. Сотрудники центра ГИМС в считанные минуты доставили 61-летнего мужчину к медикам. Он потерял сознание из-за повышенного давления. Помогли спасатели и любительницы марафонского плавания. Жительница Нового Уренгоя, отдыхавшая в компании друзей, решила, что сможет переплыть Волгу. Смотрите, я доплыву сейчас. У тебя там муж там уже с ума сходит. Дети бегают по берегу. Милицию вызвали уже. МЧС вызвали. Давайте садитесь. А то вас сейчас принудительно заставят сюда залезть. Женщина не рассчитала свои силы и начала тонуть. Прибывшие спасатели вытащили купальщицу из воды и оказали доврачебную помощь.